Поехали. Для данной самоделки нам понадобится сама болгарка, шлифовальный круг на мягкой липкой подложке, обрезок фанеры и брусочек. А также, да, забыл сказать, пара хомутов. Итак, накручиваем наш липкий круг на болгарку, примеряем к брусочку и отпиливаем по месту, чтобы лишнего ничего не торчало. А потом берем довольно большие хомуты и притягиваем нашу УШМ к брусочку. А далее прикручиваем наш брусочек к фанере на 3 самореза. Дальнейшие действия – это выровнять болгарку под 90 градусов относительно нашего импровизированного стола. Следующее действие, мы берем остаток нашего бруска, обмеряем его, понимаем, что в нем реально везде 90 градусов грани, и прикручиваем вплотную к нашему зачистному диску. Это будет наш импровизированный столик или упор. И пришло время тестов. Да, болгарка немного ерзает по верстаку, поэтому ее можно также просто прикрутить на пару саморезов. И ничего в этом страшного нет, так как все материалы просто с помойки. И пересобрать ее – это дело 15 минут. Единственное, что, чтобы поменять наши шлифовальные круги, нужно открутить упор. Но это не является также большой проблемой. 2 секунды.
Спасибо большое, что посмотрели. Мне всегда приятно осознавать то, что я делаю не просто так. Спасибо большое за просмотр. И в следующем видео, я думаю, мы сделаем все-таки, выпустим домик для кошки. Я его сделал, он уже стоит, кошки в нем живут. Оставляйте ваши комментарии под видео, а также поделитесь с друзьями. И счастливо, ребята!